другой. Мы с ним продумывали такое выступление. Значит, я вышел во дворе мусор вынести и хотел уже вызвать милицию. Вот что за безобразие тут, вы понимаете, мусор не вынесешь, интеллигенция вшивая собралась. Вот, ну, решил, так, и кто его вынес? Я выношу мусор. Ну, это понятно. И что мне нравится в Мише, это как раз то, что вот этой панихидности в нем нет. Он очень ироничный человек. И вот, в частности, именно с этим домом, да, с этим местом связана целая куча каких-то очень забавных историй, которые вот у меня в сознании ассоциируются с Мишей. Например, мы как-то сидели, разговаривали на балконе, и я вот так серьезно спрашиваю: Михаил, ну вот что ты думаешь о будущем? Хочешь ли ты заводить детей? На что Миша так лениво замечает: ах, что ты, дети по такой жаре. Ну и Миша не раз был героем моих публикаций. Мне было очень интересно работать с этим человеком. Может быть, за счет афористичности какой-то. Нужно просто открыть глаза, да? Мои глаза открыты. Вот. И поэтому я очень рада, что у Миши есть какое-то развитие в творчестве. Потому что то, что сегодня мы здесь видим, мне очень нравится именно как задействовано пространство. Ну и в иных это тоже было как-то креативно. Ну и то, как это решено по цвету и по атмосфере. Вот. Так что я тебя поздравляю и желаю успехов. Спасибо. Разрешите тогда я запомню, свое мнение выскажу. Значит, вот то, что Миша поднял вот эту тему, вот этого колодца, этого старого двора, ну, я этот двор знаю, ну, с первых чисел сентября 69 года. У меня тут одноклассница жила. Вот, и сам прожил в квартале отсюда. Вот то, что он поднял тему старых домов, вот старых, вот послевоенных, даже ведь дом, если я не ошибаюсь, довоенных даже. Это актуально на сегодняшний день в силу того, что, к сожалению, наши власти, они стараются стереть старые дома. А это память остается, это важная тема. И если Миша продолжит эту тему в дальнейшей своей творческой работе, то это будет только огромный плюс. И не только ему, а это всем нам. А тебе удачи. То, что ты снимать умеешь, у меня никогда не возникало ни малейшего сомнения, ни на один цент американский. Удачи. Спасибо.